Дорогой друг, мы не знакомы с тобой лично. Мы не знаем твоего имени и не знаем твоих радостей или проблем. Но все же есть нечто, что нас объединяет, и есть нечто, что мы должны обязательно знать, так как от этого зависит наше, твое и мое будущее. Поэтому мы просим тебя во имя Иисуса Христа, прослушай этот диск до конца. Не спеши с преждевременными выводами. То, что мы желаем тебе сказать, это не наши выдумки, но откровение самого Бога нам, людям. Помни, что через этот диск хочет сам Бог, твой Творец и твой Спаситель, что-то сказать тебе. Тебя эту песню пою, для тебя, о мой друг дорогой, чтобы вместе с тобой быть в раю, в моей родине дивной святой, все тоскует в пороках душа. Хочет выхода к счастью найти. В мире жизнь может быть хороша, но ведь Бога нам в ней не найти. Печален, грустишь о любви, хочешь искренней дружбы найти. В мире нет этой дружбы, пойми, Христа другом своим избери. На горе, на Голгофе стоит этот символ побед христиан. Он нам радость в страданиях дарит и бальзам исцеления от ран. Тебя. Выбирай, 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 есть ли вечность и ад или рай. Выбирай, 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 есть ли вечность и ад или рай. Как часто человек живет на земле, не задумываясь о смысле жизни, не зная, для чего он пришел в этот мир и как правильно прожить эту жизнь, не имея пред собой пребывающей цели, которая виднелась бы на горизонте, привлекая его внимание и указывая ему направление. Цель, которая не исчезла бы даже тогда, когда жизнь уже склоняется к закату, и все земное, за что человек на протяжении всей жизни держался, выскальзывает из рук. Такую цель мы можем найти только в Боге, только в Его Сыне Иисусе Христе, нашем Спасителе, который говорит о себе: «Я есмь путь и истина и жизнь». Поэтому, дорогой друг, давай задумаемся, для чего мы живем, для чего живешь ты, в чем заключается смысл твоей жизни?
на земле, что ждет тебя за жизненным порогом. Там в небе вечность приготовлена тебе, а ты еще не примирился с Богом. Как сухая, пожелтевшая листва твоя листва, что с деревьев ветер обрывает, как ненастная осенняя пора, так без Бога жизнь твоя земная. Словно ношу тяжкую несешь, но от греха не хочешь отвернуться, не зная истины, без Господа живешь. Рукой до счастья хочешь дотянуться. Как сухая, пожелтевшая листва твоя листва, что с деревьев ветер обрывает, как ненастная осенняя пора, так без Бога твоя земная. Один человек рассказывал, он заканчивал школу. Все казалось таким светлым и радостным. На выпускном вечере учитель сказал им в пожелание: «Дорогие друзья, вы вступаете теперь в самостоятельную жизнь, и перед вами лежат тысячи путей, которыми вы можете идти по жизни». Я поверил этому и стал выбирать один, потом другой путь. Но всякий раз эти пути заканчивались тупиками. Я потерял надежду и не знал, как жить дальше. Но однажды я услышал слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь». И только тогда мне стало ясно, что есть много дорожек, ведущих в заблуждение, и только один путь, настоящий, потому что ведет нас к Богу, к небу, к счастью. И этим путем является Бог, Христос, Слово Божие. Я пошел этим путем и могу теперь уверенно сказать: да, это настоящий, правильный и единственный путь, который ведет к цели. Thank you.
в мире дорог, сколько б ни было в мире путей, не дороги прекраснее, чем Бог приготовил в заботе своей. Лишь с Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Сколько б ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Лишь Христос, друг самый лучший твой, справиться может Он с самой большой бедой. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Друг ты теперь, по какой бы дороге пойти, не закрылась пока еще дверь, дверь спасения на вашем пути. О, приди ты ко Христу теперь, может ли счастье дать Он для души твоей. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Поэтому так печально, что люди спешат, не зная, куда они идут, и не задумываясь о том, что это за путь, по которому они идут. Когда же они опомнятся, бывает, что уже так запутались, что выбраться из болота, в которое они попали, очень трудно. Есть много дорог в этой жизни, есть много путей на земле, но только один путь к отчизне, другие лежат все во зле. Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Куда вы спешите, люди, путями земных дорог? Кто с вами в конце жизни будет, царь тьмы или царь жизни Бог? Смотрите, огней всюду много, тревожащий взгляд наших дней, но только за ними нет Бога, за ними царит тьма скорбей. Куда вы спешите, люди, какие влекут вас огни? Кто
с вами в конце жизни будет царь света или царь вечной тьмы. Говорит, я дорога, я истинный путь на земле, я свет нисходящий от Бога для всех, кто стенает во тьме. Куда вы спешите, люди, в Христе путь спасения один, кто с вами в конце жизни будет царь тьмы или Бог властелин. Куда вы спешите, люди, Христе путь спасения один, кто с вами в конце жизни будет царь тьмы или Бог властелин. Многие люди, запутавшись в грехах, испытав отвержение и предательство родных и друзей, разочаровываются в себе, в людях, теряют всякую надежду на успех и на счастье. Они не видят смысла в жизни, считая, что нет Бога, нет любви, нет справедливости. И все же хочется таким людям сказать: «Ты ошибаешься!» Да, проблема в людях, в обществе, но в первую очередь она в тебе. Ты выбрал ложный путь, путь без Бога, без Его помощи, без Его благословения. Ты надеялся на себя, на свои силы, способности, и то, что ты теперь переживаешь, это результат твоего выбора. Если тебе и кажется, что нет Бога, нет любви, ты ошибаешься. Бог есть, и Он есть любовь. Он тебя очень и очень любит. Что ее нет, ты беден, если так и не согреет тебя ее высокий сильный свет. Любовь, чувство высокое, чувстве вызывают улыбку снисхождения в ответ, а про себя уверенно считают: любовь, любовь, любви на свете нет. Любовь, чувство высокое, любовь.
говоришь, что ты в Христа не веришь, не торопись сказать, что Бога нет. Ты беден, если так и не согреет тебя Его высокий сильный свет. Любовь Божия – это не просто капелька любви, нет. Он любит нас великой, безграничной любовью. Бывают случаи, что мать отказывается от своего ребенка и даже может его убить, что противоестественно и дико. Нормальная мать любит своего ребенка и готова все для него отдать, даже жизнь. Материнская любовь считается на земле самой высокой, но любовь Божия намного больше ее. Мама, милая мама моя, любовь Божья больше любви матери, любовь Божья больше любви матери, она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет тебя. Путь твой суровый и трудный, будущность вся во мгле, стоны, страдания и муки, спутники в жизни тебе. Объемлет тебя. Друг мой, взгляни на Иисуса, грех твой взял на себя, в тяжких страданиях и муках Он умирал за тебя. Любовь Божья больше любви матери, больше любви матери, она согреет тебя, утешит тебя, и радость объемлет тебя. Сердечно, и прощены будут грехи, и
и радостно сердце забьется от Божьей высокой, высокой любви. Любовь Божья больше любви матери. Утешит тебя и радость объемлет тебя. Для того, чтобы понять любовь Божию, нам необходимо подумать о Сыне Божьем, Иисусе Христе. Слово Божие говорит нам о том, что Он вечен, что Он участвовал в сотворении мира, что Он пребывал от вечности в Царстве Божьем, где вечный мир, вечная радость и вечное блаженство. И что Он для того, чтобы нас спасти, принял образ человека и жил на этой грешной земле, где столько горя, слез и страдания. Что Он прожил на земле святую, безгрешную жизнь, служил людям, творил добро, исцелял больных и воскрешал мертвых, оставив нам пример совершенного, настоящего человека, каким Бог хочет видеть каждого из нас. А затем Он взял на Себя грехи наши и умер на кресте за грехи всего человечества. Смотри, вот толпа поднимается на Голгофу, они ведут Иисуса на распятие. Давай пойдем и мы, и взглянем глазами веры на Спасителя, страдающего за наши грехи. На Голгофу, на распятие Сына Божьего ведут. Сквозь побои и проклятия Он свершает небо труд. Слышен смех, глумится люд, а Он свершает небо труд. На Голгофе три распятия, два разбойника и распростер свои объятия, словно всех обнять готов. Люди, взгляните, люди, на тот холм, где в муках умирает Он. Там слышен смех, глумится люд, а Он свершает небо труд. На Голгофе шум смолкает, тьма объемлет казни холм. Слышно лишь, как люд стенает,
Бог ведь был казнен. Слышен смех, глумится люд, а он свершает небо труд. Так как Иисус Христос не сделал сам никакого греха, но умер за нас, став жертвой умилостивления за грехи всего мира, Бог воскресил его из мертвых и объявил прощение грехов всякому, кто придет ко Христу и примет его как своего личного спасителя. Поэтому Христос говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Евангелие от Матфея, 11 глава, с 28 по 31 стихи. И те, кто приходит к нему, обретают мир и жизнь вечную.
стекала со креста. Иди туда скорей, он мир свой даст. Иди, пока звучит спасенья глас. Я мир даю, прими его теперь. Петля тебя открыл я в небо дверь. Иди скорей, мой друг, я жду тебя. Я мир даю, прими его теперь. Петля тебя открыл я в небо дверь. Твои грехи я принял на себя. Приди скорей, мой друг, я жду тебя, жду тебя. Бог любит. Он сделал все для нашего и твоего спасения. Он зовет нас, простирает к нам свои руки и говорит: «Придите ко мне все». Он ожидает личной встречи с каждым человеком. Но, к сожалению, многим людям некогда. Они спешат, они бегут в поисках своего счастья в противоположную сторону от него, от Бога, от любви. Бегут навстречу своему горю, своей гибели. Но Бог не желает гибели человека, и поэтому Он обращается к каждому лично и говорит: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите, где путь добрый, и идите по нему». Люди, остановитесь, прислушайтесь, сам Бог обращается к вам. Спасибо.
встречаться с ним. С вашим сознанием ждет он свидания, ваш разрешить вопрос. Он за страдающий и всех спасающий, имя ему говорит каждому. Он говорит лично. В Откровении Иоанна, 3 глава, 20 стих, мы читаем. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Он стоит и у дверей твоего сердца и стучит. Откроешь ли ты ему? Се стою у двери и стучу, от тебя я малого хочу. Разве трудно дверь открыть свою, что в грядущем быть со мной в раю? О тебе я плачу потому, что ты любишь больше света тьму. Если бы, о, если бы ты знал, как я в мире за тебя страдал. Если ныне мне не отопрешь, вечность ты со мною не войдешь. Скоро перестану я стучать, и конец нагрянет, словно так. Thank you.
чтоб не плакать, не жалеть потом. Ты сейчас пусти меня в свой дом. Гибели твоей я не хочу, потому с терпением стучу. Все стою двери и стучу, от тебя я малого хочу. Разве трудно дверь открыть свою? Что в грядущем быть со мной в раю? Дорогой друг, если ты осознаешь, что ты грешник и нуждаешься в прощении грехов, если твои грехи беспокоят тебя, и ты желаешь примириться с Богом, чтобы обрести покой, то обратись сейчас к Нему в молитве покаяния. Скажи твоему Небесному Отцу, который создал и любит тебя: «Отец мой Небесный, я прихожу к Тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, и прошу Тебя ради Его страданий и пролитой крови и за мои грехи, прости меня грешного, прости все мои беззакония и сделай мое сердце Твоим храмом. Я посвящаю себя Тебе и желаю жить для Твоей славы. Прошу Тебя, помоги мне в этом. Аминь». Если ты желаешь больше узнать о Боге и иметь общение с верующими людьми, то ищи церковь, ищи людей, которые любят Бога и Его Слово, которые изучают Библию и живут по ней. Да благословит тебя Господь!